Гениальный суперзлодей и его невероятная напарница всерьез задумались о семье. До Лалилу дошли слухи, что Джокер и Харли Квинн ждут ребенка. Эти хвостики у Monster High определенно кого-то напоминают. Заодно подберем светлое туловище. Вот и собрана новая куколка, только цвет лица какой-то нездоровый. Вместо тонального крема покрасим лицо акриловой краской в тон кожи. Харли – голубоглазая блондинка. Перекрашиваем зрачки. Прорисовываем изгиб бровей и волоски. А на губы наносим алую темную помаду. Тени для век тоже яркие, голубые и красные. Особые приметы Харли – черная мушка на щеке в форме сердечка и чуть пониже татуировка с надписью. Сухой пастелью придаем эффект смазанных теней. С таким крутым макияжем красотка всегда в центре внимания толпы, даже когда хотелось бы побыстрее скрыться. Переходим к одежде. Нажатой белой ткани снимаем мерки. Складываем отрезок пополам и вырезаем. Собираем заготовки в футболку. Пора примерять, что у нас получилось. Заодно добавить застежку-липучку. Акрилом рисуем цветной принт и украшаем футболку надписями. От двух атласных лент отрезаем кусочки и склеиваем термоклеем. А последние стороны соединяем на примерке. Отличная юбка! Длина, конечно, экстремальная, но Харли не из робких духом. Лучшие татуировщики Готэма покрывали ноги девушки рисунками. Черный фатин пойдет на колготки. Скучную обувь придется перекрасить в монохромные высокие кеды. Из полоски искусственной кожи сделаем пояс. Украшаем ромбами золотистого картона. Надеваем на юбку и готово. За плечами на всякий случай неплохо носить по кобуре. В ушах Харли Квинн звенят серьги-булавки. А на руках обвивают запястья разрезанные металлические браслеты. Без оружия на улицах города небезопасно. Даже если опасность – это ты, бита не помешает. Харли, помогай! Моя бита усыпит каждого, кому от нее достанется. Обалденный макияж! Еще бы помада не съедалась. Приходится подкрашивать. Вечером свидание с Джокером. Я буду неотразима. А где же сам Джокер? Его не так просто выследить, но мы справимся. Убираем у куклы брови средством для снятия лака. Голову, шею и торс, руки и стопы окрашиваем белым акрилом. Закрасим глаза. А надбровные дуги моделируем из скульптурного пластилина. Силиконовыми стеками придаем нахмуренное выражение и тонируем. Акриловыми красками рисуем голубые глаза и расширенные зрачки. Нижнее веко подводим. Сухой пастелью добавляем тени и подчеркиваем скулы. Ну и куда без кроваво-красной ухмылки Джокера? Наносим татуировки и переходим к волосам. Распускаем атласную ленту. Часть головы красим в зеленый. А из готовых прядей собираем прическу. Зачесываем волосы на затылок и подстригаем кончики. Даже текст на татуировках звучит зловеще. Да и остальные в том же духе. Сразу подготовим синие атласные брюки. И отправляем Джокера снимать мерки для пиджака. Вырезаем отверстия для рук. Склеиваем оба рукава термоклеевым пистолетом. Присоединяем к пиджаку. Отгибаем воротник. И навешиваем золотые массивные цепи. Вау, а Джокер, оказывается, еще какой модник. Они с Харли так подходят друг другу. Из резинового искусственного яйца вырезаем накладной животик. Разрезаем канцелярским ножом и примеряем. Смотрится очень натурально. Ах, дорогая, я готов пройти с тобой через самые темные ночи Готэма. Магией любви Харли стала вынашивать малыша. Как бы не расставаться с любимой битой и во сне. Есть идея. Сделаю подушку для беременных. На светлом фетре обводим два силуэта в форме биты. Соединяем их термоклеем, оставляя отверстие. Выворачиваем на лицевую часть, набиваем синтепоном и окончательно склеиваем.
Ох, берегитесь, ночные кошмары. Атласные ленты тоже пойдут в ход. Обматываем их вокруг рукоятки. А на красном фоне акрилом рисуем принт. Надпись «Спокойной ночи» вдоль фетровой биты как бы намекает. С такой подушкой ночь будет просто убойной. Как хорошо в конце дня сменить одну биту на вторую. Сладких снов всем! Бай-бай! Харли проснулась от писка. Упс, кажется, мой живот сейчас сдетонирует. Ура! Родился мальчик! Ох, копия Джокера. Ничего, скоро я присмотрю ему биту. Фигурку пупса покрываем светлым акрилом. Зеленые волосы у него явно в папу. Как, впрочем, и голубые глаза. Ох уж этот маленький джокеренок. С пеленок уже в татуировках. Окрашиваем трусики в фиолетовый. А сзади рисуем взрывчатку. Бум! Лучше этой бомбе не взрываться. Разбираем старые поломанные счеты. Плоскогубцами сокращаем ширину поперечных трубок до ширины коляски. Раскаленным шилом проделываем сквозные отверстия и продеваем в них жесткую проволоку. Теперь колеса. Заливаем внутрь крышечек термоклей и соединяем с проволокой. Задние колеса красим в черный, они крупнее, а передние будут серебристыми и поменьше. Каркас коляски покрываем фиолетовым акрилом. Украшаем колеса распечатанными на принтере автомобильными дисками и протекторами. А к передним приклеиваем окрашенные в серебристый цвет шестеренки. Из алюминиевой банки от газировки вырезаем развертку. С помощью термоклея собираем конструкцию в ложе для малыша и фиксируем к коляске. По краям украшаем цепью, а из резинки-пружинки для волос делаем ручку, чтобы было удобно катить. Кто же этот мамин маленький монстр, даже нет сомнений. Знакомься, это твоя первая крутая тачка. Скорости пока не хватает, но когда чуть-чуть подрастешь, можно будет установить педали для ускорения. Вжжж, поехали! Придется сделать и детскую кроватку. Из пенополистирола формируем два слоя. Придаем им фактуру бетонных блоков или кладки из камня. Склеиваем между собой, словно цементом, и густо окрашиваем акрилом в серый цвет. Мебельные шурупы-конфирматы соединяем по два в высоту и вкручиваем в кроватку. А на концы приклеиваем по пенополистирольному камню. Коктейльную трубочку нарезаем на множество равных отрезков. Выстраиваем как ограждение. А бортики делаем из бальгированной трубки. Отрезаем вспененный слой толщиной в сантиметр и обклеиваем черной тканью. На таком матрасе сразу хочется сделать сальто и попрыгать. Для следующей поделки нам понадобится прозрачная ручка от сломанной кисточки и кольцо от детской погремушки. Тонируем их в серебро. На проволоку нанизываем сетку цвета металлик. Присоединим навес к кольцу и готово! Шикарный балдахин! Под таким крепкий сон обеспечен. А если ребенку хочется поиграться, всегда есть мобиль. Точнее, сейчас смастерим. Сколько бижутерии собралось! Она нам и пригодится. К диску от мебели приклеиваем отрезок цепочки. Дальше используем ювелирную проволоку. Нанизываем все, что близко вкусам Джокера и Харли. Череп, знак доллара, молотки и гранаты. Малышу с детства прививают хороший вкус. Подвешиваем мобиль на кольцо балдахина. Теперь Джокеренку будет на что отвлечься перед сном. Интерьер детской комнаты впечатляет даже закаленных злодеев. Жду не дождусь, когда наш малыш выдернет первую чеку от гранаты. Джокер, помоги сменить малышу штанишки. Дорогая, я занят. Обожаю холодное оружие. Ха-ха-ха. Что это? Грязный комбинезончик? Вот теперь становится по-настоящему опасно. Ставь лайк, если понравилось видео, и поскорее ждешь, когда Джокеренок подрастет. Подписывайся на Лалилу, жми колокольчик, и первым успеешь увидеть новые видео.